8 миллионов посетителей назад в Москве на ВДНХ открылась выставка достижений российских регионов. И интерес не угасает. Миллион посетителей организаторы зарегистрировали с началом весны. Люди продолжают ехать в столицу, чтобы воочию убедиться. Широка страна моя родная. Не тратя время на поездку по всем регионам. Сейчас немножко осознаешь и понимаешь, что чудеса бывают. И все-таки, ну, как бы, не знаю, мир все-таки добрый. Вот, и, не знаю, прям вот такие... Вот, и я думаю, дети сейчас тоже рады и счастливы. Мама, папа, двое сыновей. Семья Лейзер долгое время жила в Германии, но все-таки приняла решение вернуться на родину и ничуть не жалеет. Возможности, которые открыты сегодня в России, ничем не хуже европейских, а вот ценности у нас все же свои, не навязанные извне. Что касается технологических и иных возможностей, юный Роман может легко сравнить и оценить. Гордость за страну, конечно. Классно, что занимаются, продвигают, развиваются и всяко, ну, крутятся, делают всякие технологии новые, чтобы упростить жизнь. Старшему брату Романа, Вадиму, именно он зафиксирован на выставке как 8-миллионный посетитель. Организаторы России вручили сертификат на посещение всей его семьей футбольного матча «Россия-Сербия». Я счастлив, но как ты думаешь... Если мы хотя бы на минуту там дома бы еще остались, мы бы уже не были этими. И еще попало, что ни маме, ни Роме, они или папе, прям ко мне камера зафиксировала, да, не на тебя. Да. Сертификат, который вручили Вадиму, рассчитан на 4 человек и дает возможность посмотреть матч из VIP-ложи. Подарок, который предусматривает также проезд и проживание в Москве, для юбилейного посетителя подготовили дирекция выставки и Российский футбольный союз, РФС. Наше место здесь, на родине. Мы счастливы, что вернулись. И это решение мы приняли из-за любви к России. Сейчас наслаждаемся жизнью, гуляем по выставке. Она очень впечатляет, отметил глава семьи Павел Лейзер.